Привет, друзья! Всех добрым утром! И сегодня я хочу приготовить завтрак за буквально за 2 минуточки, который будет и полезным, и питательным. И опять же, как всегда на моем канале, минимум ингредиентов и ничего сложного. И сегодня завтрак наш будет состоять из овсяных хлопьев. Так, смотрим, что мы для этого утром съем. Рецепт быстрого завтрака. Берите овсяные хлопья. У меня здесь грамм 100. Добавляем 3 яйца. Добавили 3 яйца. Немного соли. И взбиваем. Можно венчиком, можно миксером, можно блендером. Взбили вот такую однородную массу. На плиту ставим сухую сковородку. И на небольшом огне перемещаем нашу массу на сковороду. Обжариваем с двух сторон и приятного аппетита. У меня сковорода немного больше подвянута, чем завтрак, поэтому получилось. И пусть этого не изменится. Прижарили с одной стороны 2 минуты, перевернули и на другой стороне. Такой быстрый завтрак у нас. Калорийный и очень питательный. Всего за 1 минуту. Будьте здоровы, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока!